Мы находимся в Марокко, в пустыне Сахара, вот в этих прекраснейших красивых дюнах, где прошли трехдневные ежегодные тренировочные сборы команды КамАЗ-Мастер. Дюны всегда мне нравились и требуют от пилота очень тонкого чувства автомобиля. Газ, тормоз, трансмиссия, передача, выбор всего, траектория, давление в шинах. Здесь все играет громаднейшее значение. Каждая деталь, каждая мелочь. И в песках важно не насколько быстро их пройти, не главное время не потерять. Показали очень хорошую готовность. Много технических решений было проверено здесь, которые будут применены уже в самом начале следующего сезона. Хорошо отработали механики. Год 2018 очень важен для команды. Команды юбилей, нам исполнилось 30. Следующий год юбилейный для нашего завода. 50 лет нашему автогиганту. Ну и, конечно же, от команды очень много зависит, чтобы год начать с позитива. Нам важно задать вот тот позитивный темп, заряд энергии всем камазовцам, не только камазовцам, всем татарстанцам и всем россиянам. Я знаю, что за нас будет болеть очень много наших болельщиков, зрителей, партнеров. Ну и сделаем все, чтобы оправдать их надежды.